Мы не вмешиваемся никак, ни в какие выборы. И, как я многократно говорил, будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ, американский избиратель. В последний год своей работы в качестве президента господин Трамп, сегодняшний кандидат в президенты, упрекал меня как раз в том, что я симпатизирую Байдену. Он мне так и сказал в одном из разговоров. Ты хочешь, чтобы победил, ну уж извините, я скажу, как он, это просто прямая речь, чтобы победил спящий Джо. А потом, на мое удивление, его начали преследовать за то, что мы якобы там поддерживали его как кандидата. Ну, бред какой-то полный. Вот. А что касается сегодняшней предвыборной ситуации, то она приобретает все более такой нецивилизованный характер.